А по вашим наблюдениям, допустим, мы сейчас подходим к проекту 2014 года, к третьему сезону Склифосовского, издалека. Поэтому вот, по вашим наблюдениям, как несостоявшегося медика, вы же учились в медучилище, думали даже поступать. А вы и в мединститут поступили? Да, я 4 года там. 4 года? Да. А, я думал, что только медучилищем у вас ограничилось. Нет. То есть после училища вы поступили в мединститут, но со специализацией так и не определились. Но специализацию не определился, да. Да. А, так кто вот, по-вашему, больше употребляет алкоголем? Медики или актеры? Потому что мне кажется, что это пьющие профессии достаточно. Это да. Но я хочу сказать, что медики. Медики больше, чем актеры. Потому что когда я учился в меди, я бухал больше. Чем когда в щепке. В щепке. А, в щепке, да? Да. Ну, может быть, в щуке больше бухают? Я не знаю. Но в щепке, ну так, нормально. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».